Чечня, мечеть Шали, город Шали. Новые кварталы. Вот такая красивая мечеть из белого мрамора. Башни минаретов очень высокие. Ой, какие громадные. Вся из мрамора лестница. Вход на второй этаж. Ой, какой потолок. Весь в орнаменте. Витражи на окнах. Вот она, красавица. Мечеть Шали. Любуйтесь на эти прекрасные малые купола, на большой купол. Сейчас посмотрим с той стороны. Ой, какая прекрасная люстра. Вот главный купол. Узор на ковре. У мечети подогреваемый пол, и все пространство застелено вот этими коврами, синие золотыми узорами. Тепло окутывает сразу после холодного дня, после холодной дождливой атмосферы. Вот такие витражные окна. Вид на главный вход в мечеть. Вот сейчас освещается только лишь витражными окнами и хрустальными люстрами. Мощные колонны. Купольная система.
растительный орнамент на арках. На всех окнах разный узор. Хотя нет, он чередуется, повторяется. Резьба, каменная резьба на перилах. В виде таких розеток. У самого входа поражает мраморный пол с узором из лилий. Такой прекрасный пол, инкрустированный разными цветами мрамора. И вот такая прекрасная лестница, выложенная. Мечеть Мухаммеда. Шали, Чечня. С белого мрамора вся сверкает. Ой, какая красота!